Друзья, всем привет! Как вы думаете, где мы сейчас находимся? Вы ни за что не догадаетесь. Это озеро Байкал, величайшее озеро нашей страны. И мы находимся здесь, потому что меня пригласили на фестиваль. Называется он «Байкальская миля». Ребята приезжают ставить рекорды. Кто-то ставит рекорды на скорость. Я лично буду ставить рекорд «Самая длинная вилли». Эти места просто завораживают. Здесь нереальная энергетика. Послушайте, как здесь тихо. В городе и в области такой тишины я давно не слышал. Такое ощущение, что мы высадились на Луну. Давайте я вам немножко расскажу про подготовку мотоцикла к зимнему катанию. Вот вы видите вот эту замечательную покрышку. В ней 2500 саморезов. Она идеально подходит для ледяного покрытия, но совершенно не подходит для снега. Передняя покрышка 1500 саморезов. Все остальное остается такое же, как и для летнего занятия станка. Больше ничего здесь не переделывается. То есть, если у вас есть кит колес на мотоцикл, на любой, вы можете поставить их и ехать кататься по льду. Ребят, смотрите, какой бугель красивый получился в итоге. Мы в прошлой серии снимали, как мы в попыхах собирали мотоцикл, делали подрамник вот этот бугель. И, в принципе, хочу, кстати, выразить огромную благодарность мастерской Heavy Duty, что они в такие короткие сроки смогли мне помочь. Если бы они этого не сделали, нас бы тут просто не было. Также небольшой лайфхак от себя. Если вы могли заметить, на подножках накручена изолента для клюшек. То есть, когда ты ходишь по льду, у тебя замерзает нижняя подошва, и когда ты встаешь на металлические подножки, ноги просто соскальзывают. И когда ты начинаешь делать там всякие разные перепрыжки, переходы, это очень опасно. Если нога соскочит, либо ты упадешь на лед, на котором не устоять, либо у тебя нога попадает сразу в шипы. Сейчас поедем, покажем вам паддок, трассу и посмотрим, как все это выглядит внутри. Друзья, сейчас мы находимся в паддоке. Здесь все спортсмены разместили свою технику, подготовили к заездам. Мой мотоцикл уже тоже тут. Настроение на площадке очень серьезное. Все готовы ставить рекорды, бороться за километры, за мили. Наша питерская мотокоманда, естественно, приехала с Михаилом. Он будет кататься на двух мотоциклах. Первый — это Suzuki Hayabusa 1300. И второй мотоцикл — это вот этот Диавель с коляской. Все говорят, что самая опасная езда будет именно на нем, потому что он может перевернуться. Страшнее, чем на двухколеснике ехать, да, потому что его все вот так, там дует сильный ветер. В общем, борьба со стихией нам передается больше. Также вы можете увидеть местный колорит. Это все национальные одежды бурятского народа. Очень красиво выглядит, необычно. Так, мы находимся непосредственно у трассы на одну милю 1600 метров или на 3 мили. Это стандарт озера Бонневиль. Это вилли, я, в принципе, посвящаю Байкалу. Итак, ребят, мы находимся непосредственно на треке, где происходят заезды на скорость и на дальность езды. Мой заезд в самое дальнее вилли только что завершился. Я проехал чуть больше мили, конкретно здесь лед достаточно кривой, очень сильно болтает мотик, постоянно приходится с ним бороться. На это уходит колоссальное количество энергии. Но когда я приземлился, увидел, что мили, мне стало это удивительно, потому что я думал, что я реально проехал меньше. Подошел к концу последний день фестиваля «Байкальская миля». Сразу хочу сказать, что это был очень крутой фестиваль. Здесь нереальная энергетика, много интересных спортсменов. По задаче, которая была поставлена, проехать самое длинное вилли на Байкале, все хорошо. У меня это получилось. Результаты будут известны чуть позже, после того, как будет информация с датчиков GPS и телеметрии. Грузим мотик, моемся и выдвигаемся назад в Питер. Всем мира.